Я чувствую дежавю. Опять я пишу это. Походу, что-то с ней явно не так. Вот, блин. Там стоит монашка. Ну давай, иди сюда. А теперь бежим. Что за манекен там стоит? Опа, электрощиток. Вот это Адера с крестом. Угу. Да что ж такое? Все ящики в этой школе, что ли, пустые? Ага, он закрыт. Теперь к нему придется искать ключ. Опа, проводок. Ну, хоть что-то. Здесь кодовая карточка от ящика. Ну, вроде все сработало. Ну все, теперь точно сработало. Так, здесь какой-то ящик. Если что, можно здесь спрятаться. Надо проверить отсюда. Вдруг там монашка. А, черт, монашка. Нет, стой. Прошу, я сделаю все, что хочешь. Нет. Вот я и пришел к школе. Так, и как тут это открывает? А? Ага. Кто-то открыл их для меня. Так. Тут еще ворота. И как они открываются? Хм. Странно. А? Опять? Ау, есть здесь кто? Ладно, это странно. Твою мать. Куда я пришел? Я Гоша, и я буду вести себя хорошо. Ах, я уже начинаю привыкать к этому. Блин, где там мой лом? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А, вот оно. Почему монашка до сих пор у меня его не отобрала? Ах, странно. Так, и что мне теперь делать? Вроде... Там должно было что-то открыться. Та решетка открылась. Может, и спортзал решетка открылась? Нужно проверить. Еще на втором этаже есть решетка. О, монашка! Черт! Опять придется оббегать ее. Ну ладно, самое главное то, что я знаю, где оббежать ее. Давай, иди за мной. Давай. Спокойно, монашка. Я тебя просто обойду, и все. Быстрей. Фух, надеюсь, она меня здесь не найдет. Ну, вроде она ушла. Так, здесь ее нету. Здесь тоже. Фух. Ну, слава богу. Так, посмотрим, что тут. Ага, решетка. Ее нету. Видимо, все решетки открываются от кнопки. Ну, это хорошо. Ух. Ага, завал. Вот почему спортзал был закрыт. Он в аварийном состоянии. И теперь понятно, зачем тут решетка. Почему я раньше не увидел этот завал? Ладно, нужно идти дальше. Так, ага, что это там у нас за комната? О, здесь тоже открылась решетка. Ага, скамейки. Чем-то похоже на раздевалку. Так, посмотрим. Да, ё-моё! Блин, закрыто. Ладно.
Как же я ненавижу закрытые двери! Даже ломом не открывается! Ладно, может потом ее открою. Опа! А это походу туалеты. Точно! Но я думаю, смысла нету осматривать туалеты. Хотя... Может, хоть тут что-то будет нормальное? Нет, ничего. Ладно. Так, что тут? Понятно. Я так и думал. Это точно туалеты. Ладно. Посмотрим, что там у нас. Ну да, еще туалеты. Ну, конечно. Так. А это что там? Не понял. Ага. Похоже на какой-то вентиляционный проход. Но закрыт досками. Стоп. У меня же есть лом. Так. Вот он и пригодился. Есть. Получилось. Все. Теперь нужно посмотреть, что там. Уф. Как тесно. Да, ё-моё. Как тут тесно. Ну да, конечно. Это же... вентиляция. Мать вашу. Да, ё-моё. Боже. Невероятно тесно. Есть. Наконец. Так, всё. Фух. Так, комната. Здесь там дверь, походу. Так, посмотрим, что в этих ящиках. Так, что тут у нас? Голова козла? Что, блин? Почему она тут лежит? Что за фигня тут творится? Это очень странно. Ладно, не буду ее пока что брать. А что тут? Так, посмотрим. Ну здесь пусто. Ну, ладно. Стоп. А может, в этих ящиках тоже что-то может быть? Нужно их тоже проверять. Так. Пусто. Ну ладно. Стоп. Я вспомнил. Я же видел на втором этаже какой-то манекен за решеткой. Может, мне там пригодится эта голова козла? Нужно проверить. Ладно. А то вдруг она откроет какой-то проход или что-то еще, когда я надену ее. В любом случае, нужно попробовать. Где она тут? Вот она. Все. Так, нужно возвращаться. Боже мой, опять эта вентиляция. Ненавижу ее. Боже, ненавижу эту гребаную тесную вентиляцию. Зачем вообще придумали делать вентиляцию так? Боже. Я только сейчас понял. Если на первом этаже открыта решетка, то значит на втором этаже открылась. Нужно будет проверить это. Обязательно нужно проверить. Вот прямо сейчас и проверю. Заодно я отнесу эту голову козла. Да. Так, а эти ящики я еще не проверял. Ага. Ага, тут ничего. Ладно. И здесь пусто. Понятненько. Ну ладно. Посмотрим, что на втором этаже будет. Эх, я думал то, что хоть что-то тут будет. Ну ладно. Вот блин, опять эта монашка. Она меня спалила. О, черт, нужно бежать отсюда. Как ты меня задолбала, монашка чертовая. Как ты меня бесишь. Хватит за мной гоняться. Пожалуйста, отстань от меня. Хватит. Что тебе от меня нужно? Зачем ты за мной ходишь постоянно? Отстань, просто отстань. И все. Ладно, это бесполезно. Нужно бежать. Блин, тут ящики. Чёртова монашка. Да ё-моё.
сколько можно за мной бегать. Да, монашка никак не угомонится. Что же ей от меня нужно? Ага, я был прав. Ну, посмотрим, что там. Черт! Нет, не подходи ко мне. Ай-яй-яй. Так, что это? Что-то не так с этим и... Стоп, это не манекен. Это что-то другое. Но что это такое? Оно похоже на какое-то существо. Что скрывает эта монашка? Что это такое? Что это, мать его, такое? Say your own name over and over so I know. Gag me so you can't hear me scream, you can't hear my cries.